а сзади вы получите травму. Потому что обычно с такого захвата стоит и не двигаться, ничего не делать. Они что делают? Заднюю подножку делают так. И делают сзади. То есть отсюда, вот если вот так, посмотрите, если правая рука сверху, значит правая нога вперед. Вот. Отсюда надо делать. Если же партнер поставил руку, а ногу назад, значит он обязательно ударит коленом. А еще коленом в колено — это вообще ужас. Значит, сразу остановите схватку, скажите, что нога должна быть впереди. Вы поняли? Да. Если правая рука сверху, правая нога сверху. Если наоборот, то чаще всего спортсмен падает за 5 секунд. Отжимаем. До минуты. Цели грету, цели пот. Держать шею и держать локоть. Веня? Да. Сейчас, одну секундочку. Иди сюда, Веня. Вера, Паша. Следующие готовятся, чтобы пояса были завязаны. Прыгай, 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 прыгай. Прыгай, 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 прыгай. Еще прыгай, 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 прыгай. Вот так. А если бы раньше начал падать, то все бы, он на тебя упал. Обе делаем, обе работаем. Оба работаем. Надя, выше захват. Я аккуратно наблюдаю. Все разговоры. Разговоры, я сказал.
Габи, посмотри, посмотри. Ты берешь этой высоко руку, а этой низко. Поэтому получаешь все время. Возьми наоборот, как вас. Мате, встали на линию Албатру, линию Рошу. Заправились. Сура Мате, поклонились. Ушли, следующие вышли. Иди сюда, пастухов. Ноги, чтобы я не видел. Готовы? Ваня, ты знаешь, что на тренировке много смеется, потом много плачет. Пожалуйста, будь. Кто там? Пожалуйста, она высокая. Будь, пожалуйста, очень аккуратен. Во-первых, ножки ставь пошире и не спеши делать. Она выше тебя. Джин, будь аккуратен, чтобы она четко упала, ты остался в стойке еще. А, Джин? Вика, мотай, стой.
оправились. Вика, чтобы я не видел больше. Это я насыпаю. Ты начинаешь, они начинают. Вика, пожалуйста. Да, заправились. Сторону Т. Поклонились, следующие вышли. Следующие вышли, приготовились. Кто как был? Значит, внимание сюда. Сейчас у нас есть вот, девочка, раз, два. Вот четыре человека. Встаньте сюда, пожалуйста. Виталик, Габи, Галя и Евгений. Сюда. Вы распределитесь. Уну, дой, трей, патру. Распределились. Сюда, пожалуйста, боец. Сюда. Значит так, ваше задание. Они стоят. Упал, встал. Ты сделал Артему, уже ноги не делаешь. Уже бежишь туда. То есть заднюю подножку делаем каждый раз другому. Сядь, пожалуйста. Вы вот так должны стоять. Готовы? Джим, вперед, бегом! Пошли, осталось 10 секунд. Николай, что ты делаешь? Правильно, Галя? Да. Это же мочка. Спасибо. Мате, поклонились. Ушли, следующие вышли. Следующие встали. Первый номер делает, второй стоит. Приготовились. Делает Диана, делает Вика, делает Попов и делает Раду. Приготовились. Две! Минута! Оп, делал и побежал к следующему. И сейчас все выходят и делают вторые номера, и большие, и маленькие. Встали все? Габи, прошу вас. Встали, все встали. Кто делал уже? Кто уже делал, руку подняли?
Вот сейчас вы падаете. Приготовились? Ну, Ваня, ты с кем был? С кем начинал? Галя, кто делает сейчас? Ну, кто тебе? Ты падал? Миша, Вилупай, сын и Габи. Виталий? Вене? А, не-не-не, вру. Ты делал? Нет. Пап. С ней? Да. Виталий, ты делал? Нет. Он делал. Делал. И сюда. Ты делал? Или пап? Ему. Так. И сюда. Ему. Вене, ты делал, да? Добро пожаловать. Так, мне ты понял. Ты делал? Иди сюда, Галя, сюда. Нет, скажи. Тихо, перейдите сюда. Тихо, перейди сюда. Саша, ты делал?